Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня у нас видео, которое называется «Я и сестра на рынке». Давайте начинать. Сестра, давай. Хорошо, едем. Все, тормози. Приехали. Так, давай, выходи. Чуть я первая, я тебе должна экскурсию провести. Ну, сестра, я тебе старше. И ты мне обещала? Да. Нам родители дали 10 тысяч, тебе 5 и мне 5. Так что, может, тебе котенка куплю? Да, мама сказала, никаких покупок странных вещей. А котенка, наверное, можно. О, представляю, что она тебе будет, если нет. Пойдем. Я тебе старше, во-первых. На неделю она меня старше. Пойдем. Здравствуйте. А, здрасте. Ой, здравствуйте. А вы можете у нас приобрести очень хорошие вещи. Новогоднюю елочку, пони, украшения к елочке, котенка живого миленького и зайчишку. Конечно, бантики очень милые из собственной кожи дела. И очки. Они солнцеотталкивающие и в воде не промокают. Хорошая функция. Кстати, девочки, если хотите, можете взять вот от этих моих котят. Они у меня воспитанные. Могут тут сидеть вот. А, хорошо. Можете взять себе. А, спасибо, я возьму. Так, набирайте себе вещичек. Я куплю себе котенка. Сколько он стоит? 1000. 1000? Котенок? Нет, давайте уж подешевле. Ну ладно, вам 500, девушка. Если вы хотите. Хорошо. Иди ко мне, лапы. А можно еще бантик у вас приобрести? Ой, бантики. 150 рублей. Я вот этот беру и этот. Да, так, с вас 300 рублей. Наверное, 800 рублей с вас. Держите. Спасибо за покупку. А вы, дамы, что будете покупать? Мяу-мяу. Пойдем. А я вас... А сколько вот это прикольные очки стоят? 150. Я беру очки. Потом я хочу взять вот эти украшения все. А, все украшения вот вместе, они стоят 100 рублей. Вообще-то они стоят по 50 каждая. Так что нет, не по 50, а... Ну, неважно. Короче, все они вместе стоят 100 рублей. Берите вот за 100 рублей. А, да. Так, 100 рублей, это 250. Вот эти украшения. Ну и бантик вот. Нет, и вот эту поняшу. Поняшу, она стоит 5000. Нет, туда я не беру, пардон. А, у вас же была акция. Уже акция закончилась. Ладно, я возьму вот этот бантик. Он тоже 150. И с вас... Секундочек, 150. 400 рублей. Вот, держите. Спасибо, заходите к нам еще. Да, спасибо. Господи, что в этом магазине так дорого пони стоит, а? Я не знаю, но котенок очаровашка. Очаровашка мордашка, да? Ну, не мордашка, а мордочка. Да, спасибо. Да, до свидания, заходите еще. Здравствуйте. Здрасте. А у вас можно купить сумочку? Сейчас я посмотрю, как называется. Мам дала списочек. А, ободок 6.1. О, у нас вот он. Есть цвета красного. Ага. Ой, простите. Вот это. А, и сумочка паучок-таракашка. Да, паучок-таракашка у нас есть одна в наличии. Это очень редкая сумка. Вот это, да? Да, вот это можно. И папочку-жучок-таракашка. Вот и папочка-жучок-таракашка. Все. А мне, пожалуйста, вот этот ободок. Вот эту подушечку. И будьте мне так добры, вот эти очки. Хорошо. Это все по 150 стоит, кстати. Круто. Так, это будет 450 рублей. Да, вот держи 450. А, спасибо. Положите себе в корзинку. Куда у вас там? Папочку с собой. Кс-кс, иди сюда. Так. С вас тоже 450. А, нет, не 450. А, секундочку. С вас... Сколько что? А, 550, держите. У меня так мало денег осталось. Сколько? Я не помню. Так, спасибо, несем.
Блин, как у меня много. Нас уже потом будем распределять, у кого что. Да, пойдем быстрее. Да, идем, идем. Так, а можно у вас купить мне пони Селестию? Конечно, пик. 500 рублей. И Уну пик. 100 рублей. А мне, пожалуйста, Рарити пробить и это. Хорошо, 150 рублей. Держите. Спасибо за покупку. Заходите нам сюда. Спасибо. Спасибо. О, пойдем. Господи, как у нас всего много. Пойдем. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите видео и комментируйте их. Всем пока! До новых встреч! Пока-пока! Пока! -пока. Пока.